Farg'ona davlat universiteti talabalari va magistrantlari diqqatiga. Ilm yo'lini tanlagan aziz yoshlar, endilikda siz yillik o'quv rejasida belgilangan dars mashg'ulotlari va mavzularni nafaqat oliy ta'lim muassasasiga kelgan holda, balki maxsus platformaga joylanuvchi video darslar orqali ham o'zlashtirishingiz, bilimlaringizni mustahkamlashingiz mumkin. Bu borada biz sizga yaqindan ko'mak beramiz. Ya'ni oliygoh professor o'qituvchilar tomonidan olib borilgan dars jarayonlari tasvirga olingan holda taqdim etiladi. Biz sizning mukammal va sifatli ta'lim olishingiz tarafdorimiz. Siz istagan paytingiz va joyingizda ushbu darslarni tomosha qilishingiz va mavzularni mukammal tarzda o'zlashtirishingiz mumkin. Farg'ona davlat universiteti rahbariyati talabalar uchun qulay va mukammal ta'lim sharoitlarini yaratib berishga hamisha tayyor. Здравствуйте, уважаемые слушатели! Я преподаватель кафедры методики русского языка Ферганского государственного университета Хусенова Дильфуза Уктамовна. Сегодня мы рассмотрим с вами тему «Имя числительное». Посмотрите, пожалуйста, на план. Имя, первый вопрос плана. Имя числительное как часть речи. Разряды имен числительных. Склонение имен числительных. Неопределенно количественные слова. И правописание числительных. Имя числительное – это самостоятельная часть речи, которая обозначает число, количество и порядок предметов, отвечает на вопросы «сколько», «который». Имена числительные – это склоняемые слова, называющие отвлеченное число – 8, миллион, 15, а также выражающие счет – 1, 2, 3, 4 и так далее. А также обозначающее количество предметов в виде целых единиц или дробных величин. Например, 20 деревьев, 2 машины, 3 четвертых дыни. В предложении имена числительные выступают в функции подлежащего, сказуемого, дополнения и определения. Рассмотрим примеры. Например, 100 делится на 20. Здесь числительное 100 – это подлежащее, на 20 – это дополнение. Дважды 2 – 4. Здесь числительное 4 является сказуемым. Библиотекарь вернулся с двумя книгами. Числительное с двумя – это определение. Построения числительные могут быть простые, сложные или составные. Простое числительное – это слово с одним корнем. Например, 2, 5, 2, 5 и другие. Сложное числительное – это слово с несколькими корнями. Например, 60, 700, 300, тысячный. Составное числительное состоит из нескольких слов, каждое из которых может быть как простым, так и сложным. 45, 163 или же 45, 163. В числительных от 5 до 20 и 30 на конце слова пишется мягкий знак. Например, 5, 6, 7, 10, 20, 30. В круглых десятках от 50 до 80 и в круглых сотнях от 500 до 900 мягкий знак пишется на конце слова. Но в середине числительных от 15 до 19 мягкого знака нет. Числительные 11, миллион и миллиард пишутся с удвоенной согласной. В числительных 90 и 100 на конце слова пишется буква О. В числительных 300 и 400 на конце пишется буква А. В числительном 200 на конце пишется буква И.
В числительных имеются разряды. Это количественные числительные, дробные числительные, собирательные числительные и порядковые числительные. Давайте мы разберем эти числительные. Количественные числительные обозначают абстрактное число, а также количество предметов в целых единицах, и используются они при счете. Однако при счете предметы, хотя и не называются, но всегда имеются в виду. Например, 1, 2, 3, 4 книги, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 4 пера. Количественное значение реализуется только в сочетании с существительными. Например, 8 огурцов, 40 коней, миллион рублей. Морфологические особенности количественных числительных. У количественных числительных нет категории числа. Понятия числа входят в их лексическое значение. Но исключение составляет числительное «один». Например, «один день», «одни сутки». Количественные числительные в целом не имеют категории рода, так как они лишены значения предметности. Формами рода обладают лишь числительные «один», «два». Например, три аудитории. Существительная аудитория женского рода. Три студента. Существительное студент мужского рода. Три общежития. Существительное среднего рода. Но мы говорим один литр, одно блюдо, одна порция, два стакана, два блюда и две порции. Так как порция женского рода, мы говорим две порции. Синтаксические особенности количественных числительных. Числительное «один» согласуется с именами существительными вроде числе и падеже. Например, один дом, одной комнаты, одним брюком. Числительные «два», «три», «четыре» в именительном и винительном падежах управляют существительными, требуя их употребления в форме родительного падежа единственного числа. Давайте рассмотрим мы на этом слайде, как склоняется числительное «один». Числительное «один» склоняется как имя прилагательное. Вот мы сейчас с вами сравним. Именительный падеж «один дом» сравним с прилагательным «кирпичный», то есть «кирпичный дом». Родительный падеж «одного дома», «кирпичного дома». Дательный падеж «одному дому», «кирпичному дому». Винительный падеж «один дом», «кирпичный дом». Творительный падеж «одним домом», «кирпичным домом». И предложный падеж «об одном доме», «о кирпичном доме». Теперь давайте мы рассмотрим с вами склонение числительного «два» – одушевленного и неодушевленного. При склонении во всех падежах, кроме именительного, все числительные согласуются с существительными в падеже и стоят в форме множественного числа. Именительный падеж «два дня» или «два брата». Родительный падеж «двух дней, двух братьев». Дательный падеж «двум дням, двум братьям». Винительный падеж «два дня, двух братьев». Так как день у нас неодушевленное существительное, поэтому склоняется как и именительный падеж. «Братья» – существительное «братья» или «брат» у нас одушевленное, поэтому склоняется как родительный падеж. Творительный падеж «двумя днями, двумя братьями» и предложный падеж «о двух днях, о двух братьев». На этом слайде мы сейчас с вами рассмотрим связь количественных числительных с существительными. С числительными 1, 21, 31, 41,
101, то есть числительными, имеющими на конце числительное 1, существительные сочетаются в форме именительного падежа. Мы говорим один район, одна школа, одно здание, да? 41 минута, 251 сум. При числительных 2, 3, 4, 22, 24, 33, да? То есть числительными, имеющими на конце 2, 3, 4, стоящих в форме именительного или винительного падежа, существительные ставятся в форме родительного падежа. 2 района, 4 учебника, 33 карандаша. При числительных 5, 6, 7, 8, 10, 20, 25, 30 и так далее, стоящих в форме именительного или винительного падежа, существительные употребляются в родительном падеже множественного числа. Например, 6 часов, 9 вокзалов, 11 километров, 50 тонн. Теперь на этом слайде мы сейчас рассмотрим с вами склонение числительных 5, 20 и 30. Эти числительные у нас склоняются как существительные третьего склонения. Например, именительный падеж 5, 30 домов. И родительный падеж 5, 30 домов, дательный 5, 30 домам, винительный 5, 30 домов, творительный 5, 30 домами. И в предложенном падеже это будет о 5, о 30 домах. При склонении числительных 50, 60, 70, 80, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 и 900 изменяются обе части числительного. Например, именительный падеж 50, 500, 200. В родительном падеже это будет 50, 500 или 200. В дательном падеже это звучит так: 50, 500, 200. В винительном падеже 50, 500, 200. В творительном падеже 50, 500 и 200. Предложный падеж о 50, о 500 и о 200. Склонение составного числительного изменяется все его части. Например, 675 мест в именительном падеже, в родительном падеже 675 мест, в дательном падеже 675 местам, в винительном падеже 675 мест, в творительном падеже 675 местами. И предложный падеж о 675 местах. Теперь рассмотрим мы с вами дробные числительные. Дробные числительные называют не целые числа, этим они отличаются от других числительных. Дробные числительные, кроме слов полтора и полтораста, являются составными. Они состоят из количественного, это числитель дроби, и порядкового, знаменатель дроби числительных. Например, 2 третьих, 8 десятых. В состав дробных числительных могут входить существительные. Например, 0,3, 5,8. Эти числительные называются смешанными.
Собирательные и числительные. Количественным и числительным очень близки собирательные и числительные, которые обозначают определенное количество предметов, как одно целое. Например, двое, трое, шестеро, семеро, да? Оба, обе. Эти числительные называются собирательными. Собирательные и числительные, кроме слова оба, обе, образуются от количественных числительных с помощью суффиксов «ер» и «ой». Например, пять – пятеро, семь – семеро, два – двое, три – трое. Собирательные и числительные употребляются существительными. Первое. Обозначающими людей мужского пола. Например, пятеро мужчин, трое друзей. Обозначающими детенышей животных. Пятеро котят, семеро козлят. Имеющими только форму множественного числа или обозначающими парные предметы. Трое ножниц, двое перчаток. Собирательные и числительные склоняются тоже как имена прилагательные. Например, именительный падеж – пятеро, родительный – пятерых, дательный – пятерым, винительный – пятерых, если это согласованное существительное одушевленное, или пятеро, если неодушевленное, творительный – пятерыми и предложный – о пятерых. В предложении сочетание собирательного числительного с существительным является одним членом предложения. Например, пятеро учеников убирали класс. Пятеро учеников – это один член предложения. Собирательные и числительные сочетаются еще с личными местоимениями. Мы, вы, они. Например, позвали нас двоих, их осталось двое. Собирательные и числительные не сочетаются с названиями лиц женского пола и с названиями животных. Нельзя говорить «двое женщин» или «трое девушек», или же «двое волков» или «трое волков». Но можно говорить, именно употреблять по отношению к их детенышам. Да? Мы уже говорили про это. Например, «трое волчат», «семеро козлят», «четверо щенят». Собирательные и числительные сочетаются также с существительными «люди», «дети». Например, «трое детей», «четверо людей». Исключительно собирательными и числительными «двое», «трое», «четверо» сочетаются. Первое. Существительные, употребляющиеся только во множественном числе. Например, «двое суток», «трое саней», «четверо щипцов». Второе. Существительные, обозначающие парные предметы. Трое перчаток, двое чулок. А теперь рассмотрим с вами этот слайд и поговорим с вами о порядковых числительных. Порядковые числительные называют порядковый номер предметов при счете. Например, первый том, второй том, пятый том, тринадцатый том. Порядковые числительные, кроме слов «первый» и «второй», образуются от количественных. Например, «три» – «третий», «пять» – «пятый», «сто» – «сотый». Порядковые числительные похожи на прилагательные. Они, как и прилагательные, изменяются по родам, числам и падежам. Порядковые числительные склоняются как прилагательные. Например, давайте сравним мы с вами числительное и прилагательное. Именительный падеж – четвертый, и прилагательное – новый. Родительный – четвертого, нового. Дательный – четвертому, новому. Винительный – как именительный или как родительный. Творительный – четвертым, новым. И предложный о четвертом, о новом. Если обратили внимание, значит, числительные эти порядковые склоняются как прилагательные. Предложения порядковые и числительные, так же, как и прилагательные, обычно являются определениями. При склонении составных порядковых числительных изменяется только последнее слово.
Неопределенно. У нас еще есть неопределенно количественные числительные, которые обозначают неопределенное количество предметов или лиц, или вещества, да? Например, много, немного, мало. Например, много столов, много долгов, много дорог, да? Здесь не указывается точное количество, да, числительного. Мы не знаем сколько, поэтому и называются неопределенно количественные. У нас есть несколько правил, которые нам нужно запомнить. Если порядковое числительное есть в составе названий праздников или знаменательных дат, то оно пишется с большой буквы. Например, 9, в слове 9 мая числительное 9 пишется с прописной буквы. Если числительное написано цифрой, то прописной буквой пишется следующее за ним слово. Например, пишем числительное 9, а мая мы пишем с прописной буквы. Порядковые числительные на сотый, тысячный, миллионный, миллиардный всегда пишутся слитно. Например, порядковые числительные, оканчивающиеся на сотый, двухсотый, трехсотый, четырехсотый, пятисотый, шестисотый, семисотый, восьмисотый и девятисотый. Порядковые числительные, оканчивающиеся на тысячный, миллионный и миллиардный. Восьмитысячный, двадцатидвухтысячный, стотысячный, трехсотвосьмидесятисемитысячный, пятимиллионный, девяностомиллионный, трехмиллиардный, сорокатрехмиллиардный. Эти все числительные пишутся слитно. Уважаемые слушатели, на этом наше занятие закончилось. Спасибо за внимание и всего вам доброго.